наверное, соседнего двора убежал. Хозяйка-то тебя ищет. Ищешь. Мурлычешь. Ну, давай посмотрим, куда ты пойдешь. Хороший. Ну, молодец. Побежал домой. Ну вот, беги, а то хозяйка будет тебя искать. И этого дворника Герасима не боятся ни кошки, ни собаки всего Самарского района. Бездомного накормит, а потеряшку вернет хозяину. К стенке фотокарточку прикрепляют. Пропал кот, пропал кошка. Если что, в соседних дворах убирают, так я им сразу извещаю о том, что ваша кот или собака убежала, она через двор где-то там. За 22 года, что Герасим Аваков трудится на поприще чистоты и порядка, он знает всех жителей улиц Куйбышева и Фрунзе. Некоторых даже с пеленок. Теперь они выросли, женились и уже гуляют с собственными малышами. Жителей домов, где убирается, так и зовет. Соседи. Не чужие друг другу люди. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как погодка? Весна наступает. Тает все. Хорошо. После армянского погрома в Баку в начале 90-х Герасиму с родными пришлось бежать в Самару. Надо было как-то жить и кормить семью. Тогда он и пошел в дворники. С тех пор Самара стала для него родным городом, а работа – самой любимой. Подъем в 5 утра и 8 часов на свежем воздухе в любую погоду. В этом, говорит Герасим, его личный рецепт крепкого здоровья и секрет вечной молодости. А ведь и правда, кто скажет, что этому бодрому мужчине уже далеко за 60. Я каждое утро занимаюсь физкультурой, разминкой. Дышу глубже, работаю больше. И поэтому свежий воздух на меня видит дети. С утра загазованности такой нет. Единственное, что расстраивает жизнерадостного дворника, это равнодушие некоторых самарцев. Бывает, только убрался, а из окна мешок с мусором летит. Но и к этому он давно привык и относится философски. Чистота и порядок – это задача дворников. Это их работа – убирать улицы. Однако обязанность каждого уважающего себя гражданина – это дворнику помочь. И для этого вовсе не обязательно сразу браться за лопату или метлу. Главное – не разбрасывать мусор, где попало. Важно донести его до урны. Вот так мало нужно для счастья обычному дворнику. Тогда, говорит Герасим, и метла лучше метет, и душа поет. Я счастливый, что живой. Я счастливый, что ой, я. С хорошей метлой ни в какую ни погоду не пропадешь. Дворник с многолетним стажем Герасим Аваков за всю свою профессиональную карьеру испытал сотни веников, а перевязал их и того больше. Счет пошел на тысячи. И в этом деле он, без сомнения, знает толк. Связываем веник. Самый правильный метод, чтобы он никогда не крутился вокруг черенка. Надо связывать вот таким образом. Берете узел, затягиваете, потому что другим образом вы никогда крепче этого не затянете вокруг. Делаем один круг, второй, пожалуйста, узел один и бантик. Перевязать таким образом, делится Герасим, нужно в двух местах, чтобы метла не рассыпалась. А потом черенок, важно, чтобы он был острым, вбивают в веник. Вот таким образом. Он вбивается туда. И все. И, пожалуйста, подметайте, как хотите. Казалось бы, не убавить, не прибавить, но и это еще не все секреты хорошей метлы. Для изготовления метелок подходит не каждое растение. Еще с советских времен веники делают из кустарника чилиги. Это растение полюбилось дворникам за особую мягкость веток, но при этом очень долговечная метла получается. Даже пластмассовая ни в какое сравнение не идет с настоящим чилиговым веником. К предстоящей генеральной уборке города дворнику Герасиму и его коллегам из муниципальной управляющей компании «Жилсервис» предстоит перевязать сотню веников. Сделать столько же лопат и гравель. На склад прибыла первая партия инвентаря для субботника. Здесь же топоры, пилы, перчатки и мешки для мусора. Все это уже на этой неделе горожане могут получить в ЖЭУ бесплатно. А когда субботники закончатся, инструменты нужно вернуть. Сломали, будем как-то списывать, а случаев-то вообще не было. Чтобы сломали, не принесли инструменты. После большой апрельской уборки инструменты не будут пылиться на складе. Они продолжат работать в руках профессионалов. Это закупается именно для того, чтобы этим инструментом работалось, а не для какой-то показухи. Они будут работать в течение года, пока их не спишут. Вот. Это, конечно, это хорошее подспорье для наших работников, ЖЭУ, и те, которые у нас есть дворники, и они этим же инвентарем и будут работать.
пункты выдачи жителям инвентаря для субботников будут работать не только в ЖЭУ муниципальных контор. Коммерческие управляющие компании тоже готовы бесплатно предоставить необходимые инструменты, чтобы вместе навести порядок в городе. В прошлом году в средниках и субботниках приняли участие почти 500 000 горожан. В этом ожидают не меньше. Чистый город – дело каждого. Для самих дворников жаркая пора началась с первыми весенними лучами солнца. Чтобы таяние сугробов не привело к подтоплению зданий, дворники вооружились лопатами. На сленге работников ЖКХ эта процедура называется «ворошение снега». Несмотря на то, что ворошить снег кажется делом легким и даже забавным, на самом деле это физически тяжелая работа. Нужно не просто разворошить снег, нужно расколоть лед и раскидать его по периметру, чтобы солнце быстрее растопило сугроб. Когда снега очень много и он сильно смерзся, лопатой не справится. В бой вступает тяжелая артиллерия. Трактор легко и непринужденно, казалось бы, ворошит снежный сугроб. Однако взяться за такую работу рискнет не каждый. Все, кто видел тракториста Александра Качкана в деле, слагают о нем настоящие легенды. И каждый раз они обрастают новыми невероятными подробностями. Будто и сугроб разворошит, не сломав ни одного кустика на газоне. И тончайший лед с асфальта ковшом снимет, не задев самого асфальта. И развернется виртуозно в заставленном машинами дворе, не задев ни одну из них. И самое удивительное – все правда. Все нужно рассчитывать. В миллиметрах, не то что в сантиметрах, в миллиметрах. Вот между машинами, когда едешь, там уже стараешься рассчитать талант. Ну, талант, как говорится, не пропьешь, не втеряешь, извини за примату. А этот малыш навыков ювелирной работы не требует. Самара в прошлом году получила рекордную за последние годы партию спецтехники – 52 единицы, в том числе и мини-погрузчики. Мал да удал, несмотря на свои миниатюрные размеры, погрузчик может похвастаться высокой производительностью. По силе заменит целую бригаду дворников, а по проворности и юркости даст фору любой большой снегоуборочной технике. Такой заедет в самую узкую арку и развернется на самом маленьком пятачке. Жители двориков Самарского района не нарадуются такому ловкому помощнику. Раньше снегоуборочные машины делать не позволяли. Вход узкий очень в арку. Приходилось дворникам вот с этим мучиться. Потом местное население помогало. Ну, где-то до апреля, до мая мы тут топали в снегу и в лужах, потому что снег не таял, стоял во дворе. С приходом весны и солнечной погоды во дворах началась активная работа. Пока мини-погрузчик вывозит со двора рыхлые сугробы, дворники с кирками и лопатами воюют против заледеневших куч. Солнечное время, вот мы выходим и колем. Дорожное покрытие мы не повреждаем. Аккуратно смотрим, у нас топорики заточены. Все нормально убирается. Если зимой в приоритете у дворников и водителей снегоуборочной техники были дороги во дворах и дорожки к подъездам, то сейчас особое внимание отмосткам или прилотковой территории. Убрать с нее снег важно успеть до того, как теплое весеннее солнце возьмет эту работу на себя, чтобы не возникла опасности паводка. Метр от дома, если взять, как раз это называется прилотковая часть. Мы сейчас ее очищаем от снега для того, чтобы вот тот снег, который сейчас будет таять, у нас эта вода не пошла в дома и в подвалы и не подтапливала наш фундамент в дальнейшем, чтобы он не разрушался. Весь снег и лед, что рабочие разворошили во дворе, обязательно вывозят на полигон, так не оставляют. Избавить от снега все дворы обещают уже в первых числах апреля. Сейчас у управляющих организаций, конечно, жаркая пора, то есть максимально все силы, которые есть в наличии и по дворникам, и по технике, они мобилизованы. Если говорить в целом по городу, то это те же самые люди, которые вели уборку в зимний период, уборку от снега. Это порядка 2400 человек. Каждый день работу дворников инспектируют сразу три комиссии – районные власти, городские и городская административно-техническая инспекция. Не дождавшись официального старта генеральной уборки города, и горожане входят в раж и выходят на борьбу с непорядком. Общественный молодежный парламент запускает масштабную акцию «Пожиратели незаконной рекламы». 5 лет назад активисты из 132-й школы начали ходить по дворам с водой и скребками и очищать столбы, деревья и подъезды от наклеенных объявлений. Со временем задумка переросла в большое движение. В этом году хотелось бы, чтобы эта акция стала такой вот народной, чтобы она была
такой визиткой, что ли, нашего города, эту акцию, чтобы можно было в дальнейшем тиражировать на Российскую Федерацию, потому что затраты, какие нужны затраты на эту акцию? Да, по сути, ну, 30 тысяч рублей, ну, образно скажу, что вот, чтобы закупить скребки, мусорные мешки, перчатки. Проект поддержала Самарская городская дума. Добровольческая акция пройдет с 1 по 30 апреля. В ней примут участие все районы города. Эта вот реклама, которая размещена у нас в городе, она действительно нам всем мешает. Мало этого, призваны административные комиссии, которые работают при администрациях для того, чтобы решать эти вопросы. И действительно, чтобы были определенные взыскания вынесены административными комиссиями. Поэтому я прошу к этому отнестись достаточно серьезно. Молодежь должна распределить школы, либо учебные заведения, да, район, вот, и активно поучаствовать в этом мероприятии. Акцию поддержали волонтеры Красноглинского района. Растяжка, сообщающая о продаже частного дома, поддается не сразу. Но все же борцы с незаконной рекламой одерживают верх. Вывески с предложениями купить итальянскую мебель или воспользоваться услугами по очистке воды отправляются в мусор. Волонтеры к ним беспощадны. Говорят, незаконной рекламе в Самаре не место. Это наша гражданская позиция. Потому что каждый человек должен, я думаю, что... должен вносить свой посильный вклад, вот, в том числе и общественный вклад, да, вот, безвозмездный, вот, для пользы того места, где он живет. На борьбу с незаконными объявлениями волонтеры приехали по просьбе жителей. В текущем году это первый экологический рейд совместно с представителями городской администрации. Таблички, которые висят практически на каждом дереве, закреплены на совесть. Приходится пускать в ход зубилы и ножницы, хотя это для деревьев отнюдь небезопасно. Дороги рядом. Интенсивное движение и так оказывается вредное действие на окружающую среду, на эти деревья, а еще добавляется то, что идет повреждение. В основном идет ослабление дерева, заселение вредителей. Экологический десант всегда на чеку. Борцы с незаконной рекламой готовы выезжать на место по первому зову. Такие рейды в городе будут проводить регулярно. Поймать за руку тех, кто размещает незаконную рекламу, непросто. Но если нарушитель все же попадется, его ждет штраф. Для физических лиц – до 2000 рублей, для юридических – до 300 тысяч. А тем временем все громче звучит весенняя капель. Все больше людей в оранжевых жилетах можно увидеть на городских улицах. В ближайшие дни рабочие начнут мыть светофоры, дорожные знаки и ограждения. А потом банные дни начнутся у самарских дорог. Их будут мыть специальным шампунем. В каждом районе сформированы бригады рабочих для уборки внутри квартальных территорий. Всего более 1500 человек, плюс 30 единиц спецтехники. Покрасят дорожные ограждения, все световые столбы и бортовой камень. Приведут в порядок газоны и побелят стволы деревьев. Остановки общественного транспорта почистят от объявлений, помоют, а некоторые заменят на новые павильоны. В планах и демонтаж 20 сложных рекламных конструкций. Особенность проведения «Мечника» в текущем году администрации внутригородских районов выступают самостоятельно организаторами, что требует ответственного подхода. Территории районов поделят на участки, и каждый закрепит за сотрудниками районных администраций и управляющими организациями. Через несколько дней синоптики обещают потепление. Температура воздуха и днем, и ночью достигнет положительных значений. Приводить в порядок город будут весь апрель и начало мая. Однако нужно учесть все нюансы и ошибки прошлых лет, отмечает глава города Олег Фурсов. В частности, своевременный вывоз мусора и обрезанных веток деревьев. И обращает внимание подчиненных – срочно организовать работу по уборке пыли и грязи с улиц. Если, значит, завтрашнего дня она не будет организована, я объявлю вам взыскание. Вот 2 недели назад я об этом сказал. Самарский район, Ленинский район, Куйбышевский район уже все очистились от снега. Там эта грязь начинает растаскиваться просто по улицам, по всем. Люди ходят, дышат, там, где уже все высохло, где снег стаял. Ставьте людей, пусть сформируют кучи и вывозят это все. Не надо ждать, когда все это поднимется в воду. В борьбе за чистоту будут брошены все силы служб городского хозяйства. Также на средники и субботники выйдут сотрудники различных организаций и все неравнодушные жители города. До официального старта весенней генеральной уборки остается буквально несколько часов. Наведем порядок в городе вместе.